Сегодня православные люди отмечают Вознесение Господне. Это один из главных церковных праздников. Он посвящен событию, которое произошло через 40 дней после распятия и воскресения Иисуса Христа. Господь собрал учеников, благословил их и во плоти вознесся на небо. Во всех храмах в этот день прошли торжественные и наполненные радостью богослужения. Митрополит Архангельский Холмогорский Корнилий совершил литургию в церкви-музея Малой Кариллы.